Ник! Здорово, родной! Как тебе дела? Брат, отлично! Хотелось бы узнать, что такое блокчейн. Блокчейн? Давайте сегодня расскажу. Смотри, блокчейн – это основа любой криптовалюты. Нельзя представить какой-либо коин без блокчейна. То есть все коины лежат на блокчейне. Как переводится блокчейн? Это английское слово, ты понимаешь? Нет. Охуенно ты учил английский. Блокчейн происходит от двух слов. Бля. Блок and chain. Блок ты... Сейчас объясню тебе, что такое. Chain – это цепь. То есть цепь блоков, условно переводя. Что включает в себя блок? Вот это как раз-таки слово блок. Он включает в себя хэш этой транзакции. Хэш – что это такое? Это информация о транзакции. Кто кому переводил, в какое время, какие токены. Всю вот эту вот базовую информацию. А также он включает хэш предыдущей транзакции. Чуть позже я тебе объясню, для чего это сделано. Дальше. Мы объяснили, что такое блок. Пойдем сюда. Я объяснил тебе, что такое блок. Давай разберем тебе, что такое chain. Chain – это? Цепь. Цепь. Все верно, дорогой, все верно. То есть блоки связаны цепью. Цепь блоков. Блок за блоком, блок за блоком. Секунда. Переходить дорогу на красный нехорошо, но мы перейдем. Какие базовые блоки? Да. Оператор до хера правильно. Окей, давай я тебе тут расскажу. Какие блокчейны мы знаем? Они все разные. Есть Ethereum, BEP20, Solana, множество блокчейнов. И они все отличаются между собой. У кого-то быстрее проводимость токенов, то есть быстрее передаются токены, скорость транзакции. У кого-то больше плата транзакции, комиссия за транзакцию. То есть они отличаются и подходят для определенных задач. Кстати, скажу тебе, что блокчейн... Кстати, скажу тебе, что блокчейном пользуются не только криптовалюты. В банковской системе также присутствует блокчейн, и он стоит в основе как раз-таки банковской системы. Так давай разберем, в чем же все-таки такие вот привилегии блокчейна и почему он так востребован. Это, конечно же, безопасность. Как я тебе и сказал, каждый блок учитывает хэш текущей транзакции и предыдущей. Это обеспечивает нам как раз-таки вот эту безопасность. Блокчейн дублируется на множестве компьютеров по всему миру. То есть стейкеры – это люди, которые добывают коины. Они хранят как раз-таки блокчейн на своих компьютерах. По всему миру разбросана куча компьютеров, которые хранят вот этот блокчейн. Для чего это сделано? Врубаешь? Нет. Это сделано как раз-таки для конфиденциальности. Если какой-то чел захочет подделать блокчейн и забрать себе токены, он не сможет это сделать. Окей, он подделает этот хэш, подделает предыдущий, но в любом случае эту подделку заметят, потому что на миллионах компьютеров по всему миру запишен верный блокчейн, и они вычислят, что блокчейн на компьютере этого взломщика, он неверный. Его быстро заблокируют. В общем-то, в этом и суть блокчейна. Сегодня мы с тобой узнали, что такое блокчейн, почему он так востребован и почему им всем пользуются. Теперь ты стал поумнее, друг. Да, брат. Удачной торговли тебе. Спасибо, брат. Пользуйся блокчейном. Давай. До скорых встреч.